Сегодня нам принесли на ремонт вот такой вот триммер небольшой фирмы Эхо. SRM22JS называется он. Заявленная поломка звучит следующим образом. Триммер не набирает оборотов, хотя и заводится. Что можем мы сделать в первую очередь, чтобы выяснить причину поломки? В первую очередь надо проверить топливный фильтр, который находится в баке, проверить воздушный фильтр, который находится непосредственно под этой крышкой, и проверить выхлопную систему. Триммеры данной модели, так же как и Husqvarna 128 и ряд еще 125 и ряд триммеров, очень часто поломка заключается в очень простой вещи. Забивается выхлопная система, а именно глушитель. Сейчас мы разберем и посмотрим. Для того, чтобы разобрать, нам понадобится крестовая отвертка, нам понадобится свечной ключ и нам понадобится шестигранник на 4. Свечным ключом мы снимаем свечу. Отверткой выкручиваем верхний винт. И вот здесь сбоку откручиваем два винта, которые держат нам стартер и верхнюю вот эту крышку. Больше здесь, по-моему, вот. Теперь мы должны ее вот здесь, она заглушитель немножко зацепляется, но если немножко подогнуть ее, мы легко ее вверх поднимаем. Вот и снимаем крышку. Теперь шестигранником на 4 выкручиваем непосредственно глушитель. Вот они, наши два винта. Как видите, разбирается в первый раз. Я имею в виду, видео записывается с одного дубля. Вот. И смотрим внутрь. Забито все. Глушитель забито основательно. И даже немножко подзабито само отверстие, из которого выходит. Вот оно, выхлопное отверстие. Его надо будет тоже прочистить. Глушитель можно, конечно, поменять на новый, но на Эхо будет стоить очень дорого глушитель. Поэтому мы его почистим подручными средствами. А именно вот такой отверточкой. Забивается в основном только основание вот здесь, дальше глушитель целый. Вот видите, сколько всякой гадости она забилась, именно вот это вот маленькое отверстие выходное, и выхлопным газом некуда деваться, и соответственно триммер не развивает оборотов. Здесь смотрим сразу поршневую, поршневая в порядке, но чтобы туда не попало много гадости, поршневую снимать, чтобы почистить это отверстие, мы, конечно же, не будем. Просто вот так вот отверточкой аккуратненько снимаем весь этот нагар. Все, я тут почистил отверточкой, немножко промыл бензином, вот, и собираем в обратном порядке.
Соответственно, устанавливаем защитный элемент вот этот, ставим назад. Глушитель. Можно, конечно, снять поршневую, все это дело прочистить, но так как по сезону в любой мастерской завалы, инструменты ремонтируются, один мастер делает 15-20 инструментов в день, то соответственно это все очень долго, трудоемко, и можно, конечно, сделать, но это, соответственно, денег надо брать, чтобы заработать. Но в принципе вот так в домашних условиях можете почистить. Можно вообще не снимать, можно просто проковырять и все. Когда она там забьется, это основное отверстие еще неизвестно. Просто проковыряйте, и оно сразу начнет работать. Вот. Дальше одеваем мы вот эту крышку. Сапунчик ставим на место. Закручиваем боковые винты, которые держат у нас стартер и крышку сразу. На эхо они под простую крестовую отверточку. Один. Второй. Прикручиваем пятак упорный, он же у нас держит и крышку. Свечку ставим. Накидываем колпачок. И все, пробуем и идем заводить. Мы почистили выхлопную систему, все собрали, и теперь будем пробовать заводить. Включаем зажигание, опускаем заслоночку. Все, наша коса работает в отличном режиме.